продолжаю уже третий разворот делать, да, вот здесь с окном. Хочу я украсить, пока не знаю, пока я накидываю декор, не знаю, видно здесь, у меня еще дырокол что-то портачит. Этот дырокол я очень давно приобрела на барахолке, в самом начале своей, можно сказать, скраповой деятельности, то есть это 5 лет назад я начала, когда у меня сын родился, как большинство, да, в декрете. Хотелось мне сделать для сына альбом, и поэтому начала. И так как я начала делать все с альбомов, первое, что я подумала, что мне нужно, это дырокол уголочков, чтобы фотографии вставлять в прорези. Поэтому это первое мое приобретение. Вот. А далее приобретение мое, уж по приобретениям, да, пошли второе. Это беговочная доска, вот такая вот, по-моему, от рукоделия. Сейчас посмотрим. Да, от рукоделия. Вот, я ее брала тоже с рук, но новую, да, запакованную. Сейчас она у меня уже, вот видите, в красках и все. Иногда я ее пытаюсь отмыть. Здесь и штрих вот этот, концтовары, и клей, и текстурная паста, в общем, все что угодно тут может быть. Вот. И пытаюсь иногда ее отмывать, прочищать, но в большинстве случаев мне просто некогда. И она отлично работает, здесь конверты делать, и дырокол. Вот недавно я делала, участвовала в проекте с Евгением Лемешевой. Вот, и делала альбомчик, и она говорит, что у нее тоже вот доска такая, и плюс еще там дракол. Ну, может, не такая доска, но подобная, я так поняла, что такая, наверное, вроде бы, чтобы не соврать. Вот, и дракол, который уголочки скругляет, она говорит, что полная какашка, так сказать, да, а мне дракол очень нравился, очень хорошо он два вида уголков делает, покруглее, да, поострее там, или, по-моему, побольше, поменьше, но он у меня сломался, долго служил, но, по-моему, вот год назад где-то сломался, и так я хотела вот его где-то приобрести, а уж палочки вот эти, но очень удобные, вот эта палочка вот именно от рукоделия, вот, но от оригинальной вот от этой доски я ее потеряла, не знаю, возможно, у меня ребенок куда-то, но он любил у меня раньше играть, вот маленький был, играть вот этой палочкой, и, в общем-то, ее благополучно первый раз куда-то делал, возможно, даже в мусорку выбросил, и я ее унесла, потому что я уже все перебрала, потом ремонт даже уже прошел за это время, и, в общем, так я ее не обнаружила. Хотя у меня также ножи, цифры, ну, с 0 до 9, да, потерялась единичка, вот хоть куда. И я ее долго-долго искала, не могла найти. Подумала, что тоже, возможно, с обрезками выбросила. Заказала новые цифры, правда, мне не понравились. Заказала другие еще цифры. Вот, и, в общем, прошло, уже пользовалась другими цифрами, прошло, не знаю, несколько лет. Я перебирала свои ткани и нашла, потому что я все разбирала, все свои вот припасы, и нигде не нашла. И тут разбирала, не то, что разбирала ткань тоже разбирала. Делала какой-то альбом, развернула кусок ткани, и эта единичка в куске ткани, она просто провалилась в слой ткани. Между, ну вот как она свернута, да, получается, и она вот единичка вот туда внутрь провалилась, и вот так вот, как кусочек-то он свернутый есть, я его вынула, переложила, все, все кусочки там нет, единички нет, все, и вот нашелся. Поэтому я думаю, вдруг когда-нибудь у меня и палочка найдется. Но не факт, я уже перепокупала этих палочек, иногда и сама теряю. Иногда вот ребенок у меня куда-то забирает. Но я вот брала вот другие, вот такие вот палочки, например, да, заказывала. Мне они не понравились. Единственное, что они сгодятся, это вот клей, например, может разгладить, либо провести, вот, чтобы приклеилось, сгиб там какой-то провести, вот.
Все, там еще такая изогнутая, не вижу сейчас ее. Потому что я и крючком, как Анна Кольцова, пробовала, и дотсами, и чем только не пробовала. В общем, все не то. И ножницами, да, ручками обратной стороной. В общем, все не то. Вот эта вот палочка для от рукоделия мне самые прям. Вот. Заказывала последний раз в Крабмане, она в районе там 90 или 60 рублей стоит. Ну что ж, уж для себя можно купить, да, если мне этот инструмент нравится. Вот. Ну тут продолжаю. Тут, наверное, цветочек у меня будет. Куда ж я их? Куда он делся-то? Вот. Вот эти вот. От моих хобби поем, да? Ну, они, знаете, вроде они как и полудетские, но вот что мне нравится, они плоские. Ой, ой, у меня запрыгал клей. Потрясло немножечко. Они плоские, их очень удобно здесь в страничке. И мой любимый, опять-таки, цвет. Вот прям вот я их брала тогда, но я делала у них, выигрывала там купоны, ну, купоны, сертификаты денежные, да, и поэтому закупалась. Не все мне у них нравится, но вот эти цветочки, они прям очень были дешевые. Я их брала, взяла все, что были в наличии, разных цветов. Там красненькие, розовые, вот, но сиреневый прям, это, по-моему, какой-то вот очень тонкий фетр. Сейчас я еще накидаю здесь зеленушки. Ну, это, кстати, очень классные вот ножи, вот эти. Это с AliExpress. Там, по-моему, желуди, вот эта рябина и кленовый. Вот этот вот листочек, семянка, семенушка. Мне они очень нравятся. Давно они у меня и рубят хорошо. А вот это моя мечта. Я уже неоднократно рассказывала. Вот этот ножик фэнтези. Я о нем мечтала несколько лет. И когда делала заказы, например, не было в наличии. Вот. И постоянно или менялась с девочками, или заказывала эту вырубку. Но очень я им довольна. Просто отличный нож. Вот так. Ищу. Вот, да, кстати, наверное, 4 желуди, кленовый, вот этот шиповничек. Ну вот это на, он прям дешевенький был на AliExpress, но очень красивый и хорошо рубится. Его можно и в любом цвете, да, не только в осеннем. Я вот во всех цветах делаю. Ну вот так, сюда фотографии, здесь ничего не открывается. А вторая страничка вот у меня такая будет, музыкальные. На самом деле, что хочу сказать, конечно, это мое прям вот мнение такое. Ах, не очень, может, и не высказывать. Ну, что сказать. Вот в этом альбоме я заметила, что одна страничка суперская, супер-пуперская, а вторая простая. Может, это такой, ну, да, как бы задумка, да, чтобы не перегружать. Потому что если, наверное, две таких суперских, пуперских сделать замудрённых странички, наверное, будет перетягивать одно на другое. А тут как раз одна вот, одна какая-то такая. Ну вот здесь я сделала, получается, две. Я уже анкеры приделала, добавила все, что я хотела. Единственное, может, дотсы. У меня такой цвет есть, дотсы. Так, опять что ли что-то там? Вот, сейчас доклею. Что-то тут пошло. Ну, мы просто вот задралось, я просто вот так раз, и все. Как и на месте было, ничего тут даже не заметно будет.
Вот, здесь я, конечно, со всех сторон поукрашала, у меня прям нахлынуло вдохновение. И второй карман. Вот это мне очень нравится, удачная страничка. А первый у меня вот скучный. Вот это такая интересная, а вот это скучная. Я не знаю, может вот здесь вот вырубить вот этот красивый нож, тоже вот это вот кружево. Вырубить и сюда пустить сиреневый, например. Наверное, так и сделаю. Потому что мне скучно смотреть вот так вот. Может, конечно, в целом-то будет хорошо. А в частном порядке скучно. Вот. Здесь так опять. Но здесь насыщенный фон. Здесь будет вот открывашка, видимо. Так, мне придется еще вот здесь вот что-то доклеивать. Здесь уголочки, в принципе, будут. И вторая будет вот такая. Ну, я здесь подложечку сделаю сиреневую, чтобы немножечко оттенялось.